специально сюда приехал, чтобы поддержать акцию, участвовать в этом мероприятии, потому что быть здоровым – это модно! В том году, когда она проходила, эта акция, первый раз, я увидел ее по телевизору, ну и тоже решил участие принять на следующий год, увидел рекламу и пришли с ребятами и поучаствовали в акции. В Курганской области акция проводится во второй раз, хотя во всероссийском масштабе она 11-я по счету. Ее организаторы – спортивный клуб «Ярополк» из города Красногорска Московской области. Во всех регионах участниках организовали онлайн-трансляцию флешмоба. 100 зауральских любителей холодного обливания по команде ведущих опрокинули на себя ведра с ледяной водой. В нашем регионе среди организаторов акции региональное отделение Общероссийского народного фронта. Всего участвуют в этом году 20 регионов нашей большой страны, от Дальнего Востока, получается, до Калининграда. И ребята не зря, да, действительно, эта акция патриотическая такая проходит у нас. Они цветом флага страны выходят. Настрой у ребят тоже такой патриотический довольно.